Приветствую, друзья, на канал Боба Плей. Меня зовут Владимир, и сегодня вас приветствую на очередной серии по игрушке Planet Zoo. Так как по вашим многочисленным пользам игрушка как-то вдруг начала приобретать большую популярность на моем канале, мы сегодня начнем строить вольер и уже заведем американских бизонов по просьбе Михаила. Так, как видите, есть некоторые изменения, сейчас я вам их покажу. Видите, у нас довольно-таки неплохо бабосики входят. Но в чем это связано? Смотрите, друзья, что мы сделали. Мы обычно, конечно, мы платим постоянно по рекламе. Где наши финансы? У нас есть реклама. У нас идет 5000 рекламы здесь. Ну и здесь я хотел, потом был, не, я, короче, на одной рекламе сейчас работаю по 5000 в год. И вот, что изменилось, друзья? Купил я пару магазинов, поставил, конечно, не обращать внимания, это потом как-то изменится. Конечно, изменится, все красивенько останется, чтобы получить какие-то бабосики, да, нормальные. Вот, что и здесь кардинально изменилось с волков, друзья, смотрите, что тут натворил я за кадром, просто построил мост, и сейчас просто бешеные бабосики, друзья, идут на волков, люди приходят смотреть, сейчас уже, ну, год обновился, видите, как-то тут мало сейчас денежек здесь именно, да, но они, инспектор знакомится, что там, $624, видите, люди смотрят, все смотрят, всем, они все шикарно сюда сейчас идут, видите, 2000 здесь, 13, окей, тут копейки, 390, здесь уже очень мало людей, бывает очень редко. Так, что у нас с инспектором? Инспектор, потом посмотрим с инспектором. Что еще я сделал? Я увлекся, может быть, вам не понравится, но я построил еще один вольер. Друзья, знакомьтесь, фламинго. Мы сделали вольер для фламинго. И я скажу, что он просто собирает бешеные деньги, да? Он очень большие деньги собирает. Видите, 3000 здесь. Вот где-то еще 3000 здесь, да? Просто большие, огромные деньги. Эту урну можно снять. Она здесь не нужна. Это экономия денежек. Что у нас здесь? 22 рубля. Что у нас здесь? $22. Ну, здесь 0. Кстати, даже не знаю, что это надо тоже так убрать это отсюда. И поставить ее вот сюда где-то. Вот. И здесь что у нас, смотрим, $7, ну здесь $295, да, потому что они большинство здесь тусятся и все, очень популярные они, и уже я купил, вот здесь малюсенький родился, да, купил я самку и самца, то бишь два самца, и вот построили мы им вольерчик, да, вот эти красавцы такие, вот. По их статкам, друзья, они все счастливы, у них все просто шикарно, у них все отлично, у них просто все бомбезно. Возраст, это понятно, то что купил не первой свежести, говорится, да. Итак, сегодня мы будем заниматься бизонами. Также тоже я ловил бизонов, вот подготовили им плацдарм такой огромный. По идее он должен хватить им, потому что они довольно-таки крупные животные. Я уже приобрел их. Где они у нас есть? Сейчас, подожди, зоопарк. Сколько им надо было квадратных метров? Где мои бизончики? Где вот, а, торговля животными. И вот, мои бизончики, да? Вот бизончик один. Купил самку, ну, не высшего качества, но, поверьте мне, они стоят бешеных денег. То бишь, ну, там опять же идут эти, как его, зеленые монетки. Листочки. 420 квадратных метров им надо, да? Воды им не надо. 40 градусов, да, максимально. Но это тут если еще понизим. Сделаем здесь вольер. Единственное, то, что мне не нравится здесь, друзья, что мне не нравится. Ну, это я потом как-нибудь сделаю, что вход в... Как видите, здесь я сделал здесь его. Ну, вроде бы не страшно влияет на это все дело, но... Все равно. Я бы не хотел, чтобы это так происходило. Ну, точно, сюда они не заходят. Вот здесь у нас есть дом смотрителя. Также сам будет относиться к этой доме. Также поставим здесь сразу же дверь. Вот. Вот так как-то, да? Вот так. Отлично. Супер. И сюда мы перекинем бизончиков. И будем смотреть, что им надо. Таким способом мы узнаем, что им нужно, что им не нужно. Переместить. Сюда. И тебя переместить. Так, у нас какой-то VIP-гость. Бенджамин уже с ним поздравился. Хорошо, ладно. Ну, блин, огромный вольер. Ну, животные большие, сами поймете, что... Так, где это? Где наши животинки?
народа, видите, как уже 551 человек, 4 звезды почти что, да? У нас образование уже довольно-таки 2,5 звезды сейчас, плюс-минус. Кстати, по нашему отчет репутация зоопарка, так, отчет инспектора. Образование 3 звезды и все эти чвалеры по 5. Лайфхак, друзья, покажу один. Не хотел вам показывать, но есть такая вот фишка здесь, смотрите. У нас были протестующие, они забагались или знаете, что с ним были. Мы и сделали, с ними боролись таким способом. Где он там? Где они там? Вот все, друзья, смотрите, здесь есть протестующие у нас здесь, вот эти козлы. И они, типа, протестовали только непонятно из-за чего. И, короче, мы решили их вот так избавиться, и они не влияют на наших посетителей. Так, смотрим, что у нас с бизонами. Как у них тут? Видите, какие они огромные. Смотрим, что им надо благополучие, что у них надо тут, ландшафт, укрытие. Им не нужно укрытие даже, я смотрю, да? Низкая трава. Так, идите сюда, ландшафт. Низкая трава. Низкая трава. Так, сделаем кисть побольше. А он даже не влияет. Высокая, низкая трава, это ему без вообще по барабану, блин, как говорится, да? Камень у них есть, достаточно площадь, 1200 квадратных метров. Больше, чем достаточно, да, довольно-таки много места. Так, смотрим, что им нужно. Так, растение к страде, сразу идем к зоопарку, чтобы не тратить время зря. Где наши исследования? Вот, она исследует что? Она исследует наших этих, значит, идем к бизонам, пацаны. У нас довольно-таки продвинутый этот. Слишком низкие билеты. Да я уже повышал цены. Ну ладно, возьмем на восьмерочку поставим. Если хотите, друзья. Детям четверочку. Ну раз вот так. Видите, 600 уже 20, да? Завезли парочку животных и уже 600. Им вообще, по большому счету, ни хера не надо. Потому что они пасутся на лугу, да? Там ничего нет, только главное благополучие, тут обогащение, игрушки нужны, да? Ну, мы сейчас тут поставим водичку. Мы сделаем, конечно, какой-нибудь бассейник для них сейчас, все это сделаем. Ландшафтик, чтобы это было как-то более-менее красивенько выглядело. Кисточку поменьше сделаем. Где-то вот, например, сюда какой-нибудь, чтобы тут люди смотрели, да? Так. Ну, посмотрим, как это выглядит. Какие пипястые, дружище. Так, делаем по-другому. Так, значит, так. Препятствия, он говорит, не есть, да? Значит, сделаем здесь где-то. Скорее всего, это забор мешал. Так, заливаем водичку. Водичку заливаем, говорю. Какие препятствия, дружище? Бизон, что ли, мешает тебе? Я не понимаю. Чё ты рычишь нахер? Ладно. Походу, бизон мешал. Окей. Ой. Ой. Стырили мы бизона. Ладно. Сделаем вот такую лужаечку маленькую. Итак, сейчас крышу опять тоже препятствовать. Вот, а во, все. Значит, так, следующее, что мы делаем. Мы тут поставим, знаете что, друзья? Ландшафтик. Нам же надо как-то сделать камень. Поменьше кисть. Знаешь, такой грубый каньончик. Такой маленький грубый каньончик. Так, дальше. Что мы? Так, что у вас тут, пацаны? Что вы тут вообще? Как вы тут переживаете вообще? Так, он же спит. Благополучие. Им укрытие вроде бы и не нужно, но мы все равно сделаем. Мы поставим укрытие. Объекты. Не, Валер, иди сюда. Кушать им надо. Так, Валер, это что такое? Японский, это что, блин, такое огромное? Это, наверное, какой-то мод, скорее всего, Валер. Укрытие для бизончиков. Сделаем, знаете, какую-нибудь такую... Ну, что-то вот такого вроде... Блядь, какой он огромный. Китайская хуйня какая-то. Не-не-не, такой огромный нам не нужен. Так, это тоже слишком маленький. Маленький. Надо что-то такое поинтереснее. Это что такое? Ну, это у нас страус, у этих такие есть, да? Не, не хочу это ставить. А это что такое у нас? Что за сердечко? Не-не-не-не-не-не. Вот. Да что ж ты, блядь, издеваешься надо мной? Ну, поставь вот такой, вот.
Может, чуть побольше, на 330, да, это получается. Сколько у нас? Это у нас 8 на 8, 8 на 8, 4. Вот такой поставим, идем. Вот такую. Или все-таки нет, или все-таки вот такую. Ну блин, сука. Они такие все маленькие. Это слишком огромные. Китайская какая-то фишка. Это тоже не катит. Это что такое? Ой, ёпта, это просто огромное. Может, что-то такое поставить? Ну не, я хочу, чтобы их видели со всех сторон. Слишком маленькое. Давайте вот такое поставим. Вот, и средняя, смотрим, огромная. Отлично. Значит, нам вот что-то закинуть. Мы даже не будем закидывать, честно. Так, у нас здесь водичка есть. Так, дальше. Что у нас есть? Нам надо что? Африканский бизон. Американский бизон. Все, нам надо такую вот одну поставить. Или что это? Корыто для еды большое. Давай большое корыто одно поставим сюда. И одно корыто вот сюда где-то. И всем больше надо будет. Дальше, что это у нас здесь идет? Американский бизон тоже. Опять же, сюда поставим водичку. Вот, сюда водичку. И сюда водичку поставим. А ты чё? Ты чё, Вася? Ты как так? Вот. Так, а что у нас скажет с водой? Главное, это вода-то водой. У нас же надо еще построить станции. Так, дальше что нам надо? Что это такое? Корыто с водой большое. Можно было что такое поставить, блин? Во, корыто огромное там с водой будет у нас. Лакомство. Поилочки. У нас поилочек достаточно сейчас. Спальник есть, так. Игрушки. Лакомство для бизонов. Это что? Бородавочники. Надо смотреть, американские, да, какие-то. Походу мы еще не изучили, да, ничего. Так, кстати, давайте. Тут не знаю, как это лагает. Сейчас мы сейчас кликнем сюда, да, и они будут. Техника исследования, да? Вот, я же говорил, что будет сразу. Здесь. И когда вот кликну, здесь будет тоже открыто здесь. Это какой-то лаг, наверное. Или подлагивает, не знаю. Что-то мы у бизонов выучили. Что мы выучили? Мы выучили лакомство и игрушку. Вольер. Бизоны. Игрушка для бизонов. Скажите, это да. Африканский бизон. Давай сюда один. Сюда один. Пусть как-то люди видят, да, чтобы они тут играются, они тут, блин, трутся. Не, нормально здесь будет. Так, дальше что у нас может быть? Что еще для бизончиков может быть? Это что? Африканский бизон. Это какое-то лакомство, да? Это что, это лакомство? Пусть будет один здесь. Другой здесь. Третий где-то здесь. Четвертый сюда. Ну, пятый где-то сюда. Забор минимум. Пусть он тут будет вот так. Вот так. Отлично. Дальше. Что у нас еще может быть такое у него? Лакомство. Бассейн для кормления. О, это не то. Это что? Американский бизон. Африканский был. Во-во-во-во. Вот такую дуру поставим еще. Вот они здесь у нас будут играться. Вот так. Вот так. Что это здесь? У нас китайский. Это что? Гигантская. Это что? У нас здесь бордавочники. И ну тут скорее африканский. Вот, это уже бочечку можно забубенить сюда. Отлично, так. Как они себя чувствуют, кстати? Ну, у нас жить уже, друзья. Они уже себя чувствуют отлично. Луга, нам надо что-то сделать из луга. Луга.
Так, значит, что мы делаем? Нам надо природа. Нам нужны луга. Азия, Европа. Дайте нам луга. Пустыня, это что? Вот, луга. Вот сюда поставим надо. А, хер с вами, нравится паскудникам, а? Ладно, это что? О, этим понравилось, этим нравится, хорошо. Это что такое? Каштановое дерево. О, каштановое дерево вам нравится, друзья? Нет, вам не нравится каштановое дерево. Идите в баню. Ладно, окей. Что-то еще можно такое построить интересное. Крапива. Ладно, крапива. Вот это надо. Это им по-любому понравится. Это по-любому им понравится. Надо понравиться. Да. Отлично. Я хочу что-то еще какие-то. Ну, кувшинчики нравятся, навряд ли сюда полезут, им навряд ли понравится что-то из этого, да? Ух ты, блин. Может, в середину какую-то бухнуть на? Не-не-не-не, слишком огромная. Пальма, видите? Ну, пальма, это же не луга, ёпты, какие луга. Пальма, это что у нас? Это что такое? Какое дерево? Не, мне нравится такое дерево. Ну, идите в баню тогда. Что такое? Из деревьев вообще ничего нет, получается, да? А это? Мне тоже не нравится он, да? Ах вы паскудники мелкие, а это? Не, ну это ж пустыня, блядь, луга какие. Ладно. Акация кустовая. Мне тоже не нравится. Ах ты ж жопа. А это что? Баобаб, ну это явно, что не сюда. Акация тоже не нравится. Но это мы уже поставили сюда. Ну, что-то сюда посадить еще такое красивенькое. Крапиву, например, сюда засунуть куда-нибудь. Вот. Нормально. Красава. Так, значит, что-то крапивом посадили-то посадили. А вот, блин, деревьев никаких нет. Это что такое? Цветочки, блин? Нет, цветочки мне нравятся. Опа. А вот это можно было посередине посадить, если можно было бы. А хера, давай, ему не нравится-то. Во. Нормально, сойдет. Нормально. Так, хорошо. Как вы себя чувствуете, кстати? У вас все хорошо? Тут так, покрытие зеленью мы уже нормально. Так, тут все хорошо, здесь отлично. Так, тут отлично, все отлично, тут хорошо, ладно. Фертильность, ну да, у нас фертильность вообще. Но если появятся какие-то нормальные бизончики, мы их обязательно приобретем. Надо еще подумать еще насчет света, кстати говоря, потому что со светом у нас вообще как-то очень печально все, блин. Ну да ладно, так, ладно. Ой, ёпта, это тут как-то тут все перекрикивает. А у тебя здесь вообще свет есть, дружище? Ага, во-первых, ты не туда поставил. Нам надо бы сюда еще поставить. Да, кстати, посмотрим, как далеко у нас вода. Так, вода, 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 вода. Так. Вода. Да, нам надо строить станцию здесь еще. Блин. Я не планировал этого. Ну да ладно, построим. Так, хорошо, ладно. Короче, сначала, окей, сейчас сделаем сначала это. Ложат там, где ставим, где скопление людей.
Так. Как обычно, блядь, я его неправильно поставил. А здесь правильно все стоит? А, тут энергии нету. Нет электроэнергии. Здесь будет электроэнергия. Да, здесь есть электроэнергия. Кстати, да-да, где наши финансовые вот эти ячеечки? Вот сюда ставим. Так. Пацаны, киньте бабосики. Так, здесь надо повернуть. Ой, ёпта, не то. Мать. Вот убираем. Природа, объекты. Африканский бизон. А тут энергия есть. Что-то я не понимаю, блядь. Вам все равно настроить сюда еще один. Попытаемся мы построить объекты. Служебное здание. Нам надо. Что нам надо? Нам надо домик смотрителя. Такой какой-нибудь такой няшненький. Лям. Блядь, тут такие дорогие вообще, вы охерели, блин. 5200. Ну, это более-менее такой нормальный. А подожди, что он без этого? А, не, ну все правильно с этим. Так, ладно, короче, дорогу надо провести. Во-первых, надо это все передвинуть. Как-то вот так, да? Ладно, дорожка. Дорожка идет рабочая. Давайте вот это. Ой-ой-ой-ой, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Так, значит так, мы это надо переместить как-то. Перемещаем. Надеюсь, еще получится сейчас дорогу установить им сюда. Нихера, ладно. А так? Ах ты ж жопа. Он не хочет становиться, так как... Значит, делаем по-другому. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дружище. Тихо-тихо-тихо-тихо. Убираем тебя туда пока что. Дорожка. Почему ты мне не даешь? Да, потому что здесь мешает вот эта тема. Да, у нас мешает вся эта. А если мы ставим по сетке? Получится наши по сетке чем поставить? Нет, не получится. Надо посетить, что поставить. Значит, так делаем тогда следующее. Так, мы делаем туда. Ну, блин, как-то тут не хотелось мне делать. Ну, блин, ну что делать? Ну, будем ставить, что же делать. Блин, они будут влиять на наше... Ладно, берем туда подальше, уведем. По сетке идем. Все равно надо ставить тут генераторы и дом смотрителя.
Так, надо еще ставить, нам что надо еще поставить? Объектов обесточены. Я знаю, сейчас мы поставим вольер. Ой, объекты. Электричество, нам надо электричество. Поставим мы, знаете, что, друзья? Вот такие вещи вот сюда. Одно. Другое. И водичку надо поставить нам. Что такое? Трансформатор, генератор. А у нас нет каких-то красивых зданий для этого. Подожди, подожди, подожди. Чертежи. У нас есть же чертежи, да? Вот, информация. Что это такое? Экспозиция малая. И пойдем, друзья, по нашему. Этому, как его. Это что у нас получается? Дублировать. У нас водяная станция. Ну. А здесь мы что не можем построить дорожку, например? Ни хера здесь не можем построить. Как-то тут некрасиво получилось у нас вот это. Мне нравится, мне как это смотрится. Ну да ладно. Чем-то придумаем. Следующее, что нам надо еще. Нам надо объекты, надо комнату отдыха. Комната отдыха. У нас тут есть какие-то... О, во, какой-то красивенький такой домик. Кирпичный, посмотрите, друзья, какой красивый домик, а. Пусть он будет рядом с этим вот таким делом, да? Отлично. Супер. Супер, ну просто красота, ну красотища. И у тебя вода сейчас есть? Подожди, где наша... Радиус действия. Эффективность дальности. Каждый, не, каждый месяц, блин, а тут, блин, будет проблема. Так, ладно, смотрим по... Ой, да, у нас тут все вообще бомбически выглядит. Так же самое с электричеством у нас и с водой, да? Ах ты жопа, посмотрите, как она некрасиво действует, да? А может как-то переместить ее, наверное? Хм. То, что эта вода будет, блин, она будет портиться. Давайте, да, так сделаем по-другому чуть-чуть. И как это сейчас выглядит? Блин, опять не достает эту воду. Чуть-чуть не хватает до воды. Су. А если мы сделаем чуть-чуть по-другому? Например, поставим его на этой стороне. Ну, отлично, вроде бы достает. Все отлично, замечательно, хорошо. Ладно, пусть нам что-то надо, тут надо, то надо вот это убрать, надо как-то. Дорожка. Супер. Так. Как вы себя чувствуете, друзья? Вы себя чувствуете просто отлично. Так, смотрим, что у нас еще здесь может быть. У нас какие-то игрушки могут появиться еще. Мы, скорее всего, выучили уже, да? Ну да. Смотрите, сколько буйлов вообще, довольно-таки бизонов очень много. Так, 50% так, игрушку мы выучили и какое-то лакомство. Ладно, смотрим.
Вольер. Что нового появилось? Я пока что ничего не вижу. А вам нравится водичка вот такая вот? Нет? Не, вам не нравится такая... А что тогда, подожди, а что вам выучили тогда? Шарик? Нет. А что тогда, интересно? Шар большой, мяч какой-то? Нет. Хм, очень интересно. Небольшой ледяной шар. Нет, тоже не для них. А Дед Мороз для кого? Американский бизон. Ну, давай Деда Мороза. Или что тут поставим такое? Ну, давай. Кот побежал. А, он тут с разных сторон. Окей, хорошо, пусть тут. Это какая-то игрушка, походу. Они там, знаешь, бодаются в нее и все, да? Так, что с лакомствами здесь? Так, это у нас... Пинята явно не для них. А что тут? Шарик, у нас же есть шарики, да? Фламинго скоро достигнет зрелости. Окей. Ну здесь больше ничего нет у нас такого, да? Ой, друзья, ой, что-то даже не заметил. Смотрите. Какой малюсенький бизончик. Какой няшный. Просто шикарно. С маленькими рожками. Как-то даже, мне даже не повещение пришло, что бизончик родился. Ну фу. Ну как ты так, некрасиво вообще. А-а. Мама. Окей. Шикарно, шикарно. Что по донатам? О, 800, тик, тут уже 800 забросили. Смотри, друзья. Тут 77. Что здесь у нас? 1183. Что у нас здесь? Ну, тут мало народу сейчас ходит, да? Смотри, 200, все равно 224. Так, что здесь? Драться. Но это вот эти... Вот трубка зубы эти, я не могу, они меня раздражают. Ты им, блин, столько места даешь, мне кажется, это какой-то баг. Скорее всего, это какой-то баг. Так, ну что тут у нас все ломается, как-то я тут даже... Сопоставствует сохранению природы. Ветряная турбина. Механик пути. Бизончики опять выучились. Механик пути. Вызвать механика. Вызвать механика. Механик пути. Окей, что мы еще изучили? Мы изучили еще две игрушки. Возвращаемся к нашим бизончикам. Так, вольер. Где игрушки? А вот они. Так, смотрим, что тут еще добавилось нового. Ну, это скорее кегля, да? Да, кегля. Ну ладно, добавим кеглю. И все, больше ничего, да? Это что такое? Блок. Американский бизон. Блок. Окей. Допустим, сюда поставим. Сюда. Блок льда. Американский бизон. Большой снегной шар. Ух ты, блин. Ну ладно, я думаю, уже им хватит уже тут всякой этой вот всячины. Но 100% обогащения им полностью достаточно. Место у них просто целая херова туча. Крапкин мяч, все тут, все у них учится, все. Они просто радостные. Они очень радостные. Так, окей, окей, окей. Знаете, что я что хотел? Что такое? А, размер. Я хотел посмотреть, может быть, я еще могу купить какой-нибудь... Нам надо... Подожди, что у нас, кстати, по... Бизончикам. Какие они у нас по возрасту? 11 лет. Женщин. Самку надо. Может быть, самку может какой-то помоложе купить. Фламинго. Я не хочу фламинго. Мне надо бизон. Фламинго, ой, африканский буйвол, африканский слон, американский бизон, вот, фильтр. Самку, да, надо было?
11,5 года. 10,5 лет. А это что такое? Ну, 5000, да, но это уже элитная тема. Вот где самочку возьмем эту. Переместить. Вот сюда. Ой. Так. Итак, что у нас здесь происходит опять? Животные будут драться, это понятно. Исследование завершено. Так, что мы там выучили? Африка, тема Африки. Что у нас? Кто? Неравное расположение... Блять, вы издеваетесь надо мной. Вызвать механика. Механик где, блин? А ну-ка быстро, а то тут сейчас выбегут те, как его. Так, вольер. Из-за неравности полов. Да подожди, подожди, что-то у тебя тут происходит. Подожди, здрасте. Что у нас здесь? Да, подожди, что у нас по... Так. Где наши... А, вот ты какая шаровая молния. Ну ладно, возьмем, значит, знаешь, что сделаем это? Втрабить в центр обмена, так два... Блин, нихера, нихера. Ты пойдешь у нас, Гайджи, куда ты пойдешь? То, что тебе 11-18 лет отпустить на волю. Или отправить в центр. Отпустить на волю. Так, у нас что-то появился VIP-гость, поздравимся с ним. Окей. Что у нас здесь происходит вообще? Надо поставить еще у нас... Что у нас тут? Постремонтируйте, пожалуйста, барьер. Нам, ну, походу, надо сделать... Надо нанять пару... Смотри, какие у них загруженности вообще. Да, надо уборщика нанять, смотрителя нанять и механика. Механик... Уборщик и смотритель. Все, пока что хватит. Дальше что мы? Ваш зоопарк прибыл инспектор. Ну, пусть он гуляет. У нас все отлично, у нас все замечательно. Так, что мне надо было? А вот это вот это. Надо вот это. Один. Два. Три. Четыре. Значит, что-то мы ставим какой-нибудь вымирающий змей. Что? Нет электричества? Как это, блядь? Ты что, издеваешься? Ну тут же стоит электричество, он. Или тебе не хватает этого электричества? Ладно, сделаем по-другому. А так ему хватает, да? А ешь ты, матрешь. Есть препятствия, да? Ну все, походу, должно хватить. Нету. Блять, вот это... Вот это подстава, короче. Подстава. А если мы поставим... В идеале, конечно, было вот так, чтобы это все находилось, блин, как у нас здесь... Ну, блин, не факт, что мы можем так сделать. Ой-ой-ой, подожди. Ты что делаешь, Вован? Ты что делаешь? Тебе надо просто было скопировать. Дублировать, и все. Очень
Интересно. Допустим, сейчас есть электричество? Есть электричество. Но, блин. Как-то все не по фэншую получается, блин. Ладно. Черт с ним. Так, что у нас следующее? Сокращение популяции пчел. Это важно. Следующее, что у нас идет здесь? Вырубка лесов. Это тоже очень важно. Пусть обучаются люди. Здесь что у нас? Браконьерство. Дробление популяции. Что это такое? У Валера 2 поврежденный барьер. Вызвать механика. А, он уже тут уже. Так, что-то вы изучили здесь у меня? Бизончик. У бизонов очень много, смотрю, да? Так, и лакомство, и две игрушки, опять же. Но я не вижу никакой игрушки, что-то нового, ничего не появилось. Лакомство? Вроде бы тоже нет. Гепард, геновая собака, блин. Меня, короче, натягивает, походу. Мяч для хватания. Что, блядь? Африканский бизон. Как он это может хватать, скажи мне, пожалуйста. Чисто ради интереса. Пусть стоит один. Мяч для хватания. Маленькому. Ветеринар уже давно не ухаживал за Валером. Что? А почему здесь его не было еще? Вызвать ветеринара. А у нас же один ветеринар только, да, друзья? Надо вызвать еще одного ветеринара. О, нанять, а не вызвать. У нас только один ветеринар. Да, у нас только один ветеринар. Так, кстати, что мы по... А то, может быть, я как-то в минусах уже иду, а я тут все покупаю. Не, у нас 18 тысяч прибыли идет за цикл, все нормально. Так, что у нас тут с волками? Все нормально? Как вы тут донатите? Хорошо донатите? Ой, очень хорошо донатите. Фламинго скоро спарится, друзья. Смотрите. Все, спарились типа, да? А это как у меня тут что-то получилось? Так, я не понял, аля. Как-то не по фэншую. Они должны быть над водой. Они под водой. Ой, так, ну не так над водой. Ну ладно, не будем придираться. Сейчас чуть поправим. Вот. Это уже получше. Вот, красава. Отлично. Ну и тебя. Супер. Красава. Красота просто, ну. Красота. Так, что у нас с бизончиками? А, Шакира скоро родит. Ну-ну-ну. Покажи малыша. Она в воде что рожать будет? Не понимаю. Не, ну понимаешь, что процедура такая довольно-таки распространенная, но среди людей. А не фламинго. Ну давай, покажи малыша. Ну, где малыш? Малыш. И наступило лето. Глыша говорит, скоро родит, а до сих пор еще не родил ничего. Нос. Покажи мне маленького фламинго, ну. Ох ты какой. Или ты застряла?
Как-то, однако, долго она дает потомство. Или он где-то уже родился, только, блядь, на другом берегу. Подруга? Ну, как у тебя успехи? Да вот какой-то малыш уже родился, походу. Походу, да есть он, да, уже. А я тут что-то жду. Какого-то маленького фламинго. Или там еще один фламинго носится. Они как, блин, как размножаются, как не знаю кто. Не, он был должен появиться рядом с мамой, типа. Фламинго, я имею в виду новый. Маленький. А, вот. Наконец-то вот родился первый. Ой, не первый, а фламинго маленький. Отлично, вот он. Молодая особь, 0-0-0 лет и все остальное. Отлично. Так, что здесь такое? Хочет есть? Так, Цуза, вызвать смотрителя. Смотритель, ты где? Что, где-то, что, где вы там ходите? Очень много фламинго. Так, что здесь? Исследование. Бизончики. Где бизончики? Ну, еще последнее исследование осталось у них. Так, игрушка и лакомство. Игрушки, лакомство. Так, все, мы уже изучили почти, да, остался вот. Один. Совсем один. Так, а что с питанием? Где еда? Пацаны, вы еду принесите, фламинго. А, он побежал. Вот, побежал за едой. Короче, пока что следим за этим делом. У бизонов появилось что-то новенькое. Игрушка. Я опять долблюсь в глаза и нихера не вижу. Лакомство какое-то должно было появиться еще. Но я ничего в этом не вижу. Из лакомств ничего не появилось. С игрушки. Мне тоже ничего не получилось. А вам не жарко, пацаны? Питание 8,8 лет, так, все хорошо. Не, вам все отлично, у вас все прекрасно. Он лежит. 10,5 годиков от роду. Так, что у нас здесь, кстати? Я в ахере, короче. Что такое? Что такое? Почему? Где еда? А, все, фу. Многие думают, что... Что? Слишком низкий. Вы что, издеваетесь надо мной? Потом вы скажете, что слишком дорогие, блин. Ну что жалуются люди еще? Посмотрите на них. Ну ладно, мне-то не... Как-то не... Мне трудно поднять цену. Окей. Так, смотрим, что у нас получается. Ну да, у нас просто бешеный доход получается. У нас, да, уже 80 тысяч у нас, да, уже здесь. Так, вы покушавши, да? Все вы покушавши, молодцы. Так, а вам хватает места вообще, кстати? А то, может, вы уже начнете там нервничать скоро, вам не хватит места. Да, уже нас уже приближаемся к... Ну, не, вроде бы, по идее, нет, все нормально. Окей, что с бизончиками? Так, VIP-гостя мы уже приветствовали. Так, нам еще, друзья, надо сделать здесь. А мы можем какие-то скамейки сюда поставить? Например, чисто объекты. Скамеечки. Могу сюда поставить скамейку, например, какую-нибудь? Не? Или лучше не надо? Как вы на эти, друзья, смотрите? Подскажите мне. Надо поставить скамейку или не надо ставить скамейку, блин? Это что-то я не выезжаю. Почему? Для чего эти вообще скамейки здесь создали? Ладно, поставим чисто так. Одну. Может, кто-то хочет посидеть здесь.
Окей, никто не хочет. А мусорники? Ок, Индия, урна. Не, ну нам не будем Индия, урна, надо вот новый свет. Мусорники надо поставить. Чтобы не гадили у нас здесь, да? Окей. Отлично. Такое-то уперлась, блядь, стенка и думает, ну что, нормально, все хорошо, пацаны. Кто-то сидит здесь, не? Не, никто не сидит. Ладно, убираем. Нам надо, знаешь что, друзья, еще здесь камеру поставить одну. Надо проверить, какой у него обзор, потому что я не помню, какой у него. Мне кажется, одной камеры полностью достаточно. Да, она просто, просто больше, чем надо, покрывает. Хорошо, ладно. Дальше что нам надо? Свет. Нам надо свет. Объекты, 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 объекты строительства. Свет. Нам нужен свет. А это будет в строительстве. Свет, украшения. Ну, не знаю. Более-менее, чтобы одинаково было размещение. Мы же хаотично, мы так раскладно, друзья. Ну, свет нужен, понимаете, свет нужен. Прям в столб уперся, дружище. Да, это поставим вот так. Пусть так стоит, вот так, вот так. Отлично. Так, с образованием, что у нас надо, кстати, с образованием надо разобраться чуть, сюда надо объекты, звуковая, вот колоночку такую можно сюда забубенить куда-нибудь. Пусть она про бизончиков рассказывает, азиатский лев, кузнечики, это подожди, что это ты, кузнечики пусть чирикают. Вот что мне надо было поставить сюда. А сюда мы поставим говоритель по бобизонов и радиус действия. Ой. Не, походу надо переложить куда-то эту тему. Не знаю, это как это действует. Окей, и сюда один забубеним. Вот сюда куда-то. На столб, можем прицепить его на столб. Не знаю, потому что я не знаю, куда они крепятся вообще. У них есть специальное какое-то крепление. Нет, тут очень мало людей сидит, так надо переместить его. Ну, сюда, например. На, нахер, на крышу. Все равно бизончики не... Все, отлично. Окей, смотрим, что у нас происходит сейчас. Бизончики, как вы... Ой, тут уже бизончик... Ой, еще один бизончик уже родился. Они, блин, сношаются, писец как. Смотрите на этих красавцев, а. На этом мостику. Пошел купаться. Прям как субмарина, блин. А где маленький? Маленький, где ты? О, малюсенький. Смотрите на эту прелесть. Просто. Ну иди поплавай. Вот. Так что такие, друзья, дела.
Так что, если есть какие-то у вас вопросики или какие-то просьбы, чтобы мы что-то следующее построили, оставляйте под этим видео ваши пожелания, чтобы вы хотели следующее видеть, чтобы мы построили в нашем зоопарке, который довольно-таки неплохо уже развивается, да, у нас уже 4 звезды почти что, да, идем по плюсам, да, неплохим плюсам, да, и так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку, еще раз скажу огромное спасибо за 200 подписчиков, огромное большое вам спасибо человеческое, каждый подписчик сейчас это для нас на вес золота, вот. Так что, говорит, любая ваша поддержка, любой ваш лайк, ваш репостик, любая ваша подписочка очень важна для нас, для нашего развития. А если у вас есть, как говорится, уже повторяюсь, советики по поводу игрушки, или если вы хотите что-то видеть на этой... В этом зоопарке каких-то определенных животных, напишите в комментариях под низом, или какие-то есть советики, оставляйте под, тоже, опять же, под этим видео. А на сегодня с вами, друзья, прощаюсь, всего вам доброго, и пока-пока.